Ну, всем здорово. После небольшого перерыва в пару дней мы возвращаемся, чтобы продолжить смотреть Северную Америку, но второй дивизион. С вами по-прежнему Inmate Geeksan, студия Фиссура. И драфты на ваших экранах, собственно, сразу же. Первая пара команд. Eternity против Penguin Squad. Они, кстати, взяли слот Simply to Based, поэтому не обращайте внимания на логотип. Митяй, здорово. Чё? Здорово, давай, здорово. Аналитик. Даю аналитику. Я пока очень плотно, скажем так, нахожусь в затруднении по поводу данных команд. Потому что первый дивизион мы хотя бы кого-то что-то знаем. То есть сидишь, и у тебя каждая игра, ну, типа, знакомые лица, лично знакомые лица, да, с кем-то ты там, может, чаек пил, может, еще что-то. А здесь в среднем ты ничего не знаешь, кроме одного простого правила, что если они здесь, в среднем они играют хуже, чем ребята, которые были в первом дивизионе. Потому что у них меньше ПТС, там меньше чего-нибудь еще, то есть они в среднем хуже. Я думаю, это ни для кого не секрет, вот, поэтому тут именно надо пережить вот первые там, ну, первую, видимо, неделю, и мы будем мастерами и спецами всего этого дела, потому что, ну, в боевых условиях посмотрим, кто сильный, кто слабый, кто какие выводы делает, кто и учится, кто адаптируется, ну, ты и т.д., и т.п., да, что я тут разглагольствую на эту тему, столько времени уже, то есть концепт именно в этом, что тяжело придумать, что делать сейчас с этими командами, можно наслаждаться драфтами, можно наслаждаться тем, как команды пытаются там по макро что-то делать, но это все, опять же, вопрос десятый. То есть из того, что мне нравится, это что Бурду забанили, да, то есть пытаются там в полумету. Из того, что мне нравится, это то, что Лину забанили, то есть пытаются, опять же, в полумету. То есть, может быть, здесь и не нужно ничего придумывать. А это, кстати, классный герой. Хотя Бруда в бане, но бар появляется. И знаешь, что символично, что они играют на слоте Simply to Based, у которых баратрум на пикче. И они берут себе баратрум. Поэтому и взяли. Да, но это хороший ответ на Фуриона, чтобы его скаутить. Ну, вопрос в деньгах. Проблема Фуриона то, что он очень много денег имеет. Ну, это не проблема Фуриона, это проблема тех, кто дерется против Фуриона. То есть он очень богатый. И зачастую баратрум, например, на 5 тысяч Андерсон не может убить на 10 тысяч чувака. Мы еще не знаем, какой пост этот брат Румана. Пока, да, пока ничего. Говорю, самый сок, то, что ничего не понятно. То есть мы вот, мы как Робинзон, вот, все, знаешь, типа ругаются, типа родился слишком поздно, чтобы исследовать Землю, слишком рано, чтобы исследовать космос, а мы вот в самый раз можем исследовать второй дивизион Северной Америки. Ауф. Мне кажется, это достаточно интересно будет посмотреть. Ну, я думаю, что будем отталкиваться от того, что это Баратрум Саппорт. И появляется Death Prophet, да. Соответственно, у нас тренд из Spirit Breaker Саппорт. И забавно, что у Penguin Squad 2 милишных саппорта, у Eternity 2 ренджевых саппорта и Рубик. О, и Профет тоже ренджевой кор. Но зато плотные персонажи. Тренд, Бара. Контактные очень герои. У нас интересно, кто пятерка будет. Ну, не у нас, а у Итёнти. Белочка или Рубик? Слушай, я думаю, что Белочка. Белочка. Ну, типа, я видел Рубиков на 5, и даже видел хороших Рубиков на 5, но как будто бы Белка, вот, условный шарт она и так купит. Левел она и так получит. Как будто бы больше для счастья ничего не надо. А Рубиков, вот мы видели там с тобой, Стоума ни на каком-нибудь, да, совершенно недавно, который на этом Рубике, ну, игру выигрывал в соло. Да, было такое. Бладсикер. А мне нравится Бладсикер. Он закрывает и ДП, и Бару, и Бэтрайдера. Ну, не то, что закрывает, но эти герои любят по драке перемещаться. Ну да, он им типа мешает, по крайней мере. Сколько-то. Не могу назвать его прям суперконтроль, потому что в среднем дуал это один ультимейт. И вот, допустим, ДП, да, она любит перемещаться по драке, но если гипотетически представить, что у тебя куча миличников, и ты, например, заходишь в ДП, то она просто вешает сифон и стоит, и ей норм. Для больше идет, ничего делать не надо. Поэтому это всегда под драфта, все по драфту, и тут пока тяжело сказать, чей драфт мне нравится даже больше. Ну,
надо на мид героя придумать против Бэтрайдера либо ДП. Будто бы против Бэтрайдера. Как всё-таки. Будто бы да. Давай так, Лишрак, Пак. Вообще не знаю, я посмотрел, посидел ребят из студии, да, которые у нас смотрели в основном за часть Западной Европой. И там постоянно шло обсуждение, что вот мы, допустим, можем взять с тобой Пака в Бэтрайдера и номинально на глаз хороший герой, который имеет все возможности ему противоборствовать, а по итогу ты там 300 стака все равно на палму ловишь, тебе все равно грустно. И ты все равно не мешаешь ему фарить, он все равно вылазит большой. То есть, и как будто бы это не является контролем, поэтому пока непонятно. Я видел Легионку на 5 против Бэтрайдера. Я что только не видел. Я видел Легион, кстати, на 5 против Бруды. Тоже не сработало. Да, мы обсуждали это с тобой. Есть такое дело. Не работает. Но против Бэтрайдера еще есть такие интересные ответы, вот как Сларк. Фейслесс Войд мог. Мог, но не на мид же ты будешь ставить. Не, вообще, если бы я был драфтером, я бы сказал, что Сларк мид здесь достаточно хорошо. Ну да. Да, ну вот Пак отправляется у нас с тобой отдыхать. Квапа отправляется у нас с тобой отдыхать. Таких двух героев убрали. То есть они считают, что именно вот эти двое хорошо контрят Бэтрайдера. Ну, в теории так и есть. Вот именно, знаешь, по базе, скажем так, базовые контрпики. Вот тогда давай инвокера какого-то возьмем, который вообще никак не стоит, но базово у него есть ветерки, которые приподнимают Бэтрайдера, летящего на тебя в воздух. Все же. В этом-то и проблема, что не нужно базового законтрить, нужно сильного законтрить, чтобы он вообще не мог там продохнуть, встать, ничего не мог нафармить. Есть еще Зевс какой-то. И в целом Профет, Зевс, Белка. Это нет. Это, вот этого не надо. Почему? Темплар Ассасин? Потому что здесь Зевс как раз таки против Бэтрайдера вообще никак ему не мешает и не стоит. И потом ничего по игре не делает. Чтобы это так и так будет фармить БКБ. И так и так будет откуда-то залетать. И тебе нужно иметь что-то, что этого Бэтрайдера либо хорошо простанет, БКБ какой-то контроль, может, если у тебя есть, вот, либо что-то, что сможет его, пока он кого-то тащит, например, убить, или как-то помешать. То есть у нас есть, например, Рубик с шардом, который может приподнять цель, или Бэтрайдера, и не дать вывести, который может сорвать лосовую, тащить Бэтрайдера вместе с тиммейтом куда-то, например. Вот, нужен. Ну, вот и инвокер, который номинально контейнер, на самом деле, вот, один из таких, наверное, самых плохих героев, которых я знаю против Бэтрайдера. Мне вот что-то тоже не нравится. Ну, именно него, инвокер. Но ветерки у него все еще есть. Ну, ветерки есть. Ты поднимаешь. До БКБ он летит, ты стену ставишь. Номинально он контрит. Номинально. Но на деле всегда, вот сколько бы я ни смотрел против инвокера, что Бэт, что Пак, они стабильно много выфармливают. Сейчас паки вот как будто бы что-то там подразучились, да, после вот этих всех последних реворков. Но инвокеры, да, инвокеры не меняли, то есть как он раньше ничего не имел, так и сейчас, по идее, может сильно его развалить. Если бы торнадо еще с тебя диспелило, то, ну, тогда бы совсем имба, конечно, был. Вообще идея для дапа инвокера не самая-то плохая. Он из себя кастует торнадо, который диспелит, и заодно диспелит себя. Почему нет-то? Ну, в целом, я не против. И добавить ему какой-нибудь талант. Кстати, смотри, добавляем талант на один из левелов. Сейчас я вспомню, что у него есть. Короче, талант, который добавит тебе диспел на тиммейтов, в которых ты попадаешь торнадо. Ну, звучит хайпово, я бы сказал. Вот у нас, допустим, будешь какой-то 20-й. Предикт давать? У нас уже команда. Я от этого ничего не теряю, но мне очень нравится вариант с Темпларкой, Бэтрайдером и так далее. Так что я, наверное, за PS-сквад. Пингвинчиков. Пингвинс сквад. Поэтому их и пишут PS-сквад. Так что я за PS. Ну, я тогда за Xbox буду. Получается, что так.
в этот раз ты был тут, тем самым парнем, который с языка снял. Так, у нас смог на смог, но, скорее всего, проставить вижен, одни идут, вторые... А, не пошли рубить деревья, ничего себе. Как так? Не пошли. Вон, я смотрю на худлинг с топориком, почему не пошли. Так, сноу. Вон, рубит. Заревелился. Белка сейчас поставит вард. И, насколько я просто понимаю, тренд у нас все-таки пятерка, бара четверка должны быть. Учитывая по баре с тапком. И тебе нужно, значит, снизу рубить деревья. Вот белка с топориком. Ну да, да, да. Я просто думал, что они пойдут туда всей командой. Не так. Смотри на Сикера, у него нет регена, ничего. Там баратруны никак знали, что где-то там может быть враг, и отправили пеньков. Бару они разревилили. Да, еще мы знаем, что у нас под баннером есть трансляция. И акция для всех новых пользователей от BadBoom. Забирай 100% на свой первый депозит. Кликай на баннер под трансляцией и регистрируйся по промокоду DPC. По баунти у нас в результате 2-2 будет без драк. Хотя, кстати... А почему Краулер решил уйти? Ладно, в результате 3-1. Hello. А что он... А непонятно, что он у нас, кстати, с тобой... Это Баркш появилась, я вот сидел, думал, гадал, кто куда в итоге пойдет, потому что Темпларк тоже может пойти мид. И вроде как обычный Темпларк это кэрри-герой, и здесь они, смотри, не сильно подсвапались. У нас ДП идет как первая позиция, Темпларк как вторая. Да, я вижу, же, но... И опять же, против инвокера Темпларка тоже отличный выбор. Во все времена, всегда вообще, она очень спокойно с плюс уроном стоит эту линию. Что инвокер не через экзорт, просто нет урона ее перебить, когда у нее появляется первый, второй, третий рефракшн. Сейчас он пытается, то есть, опять же, я все это рассказываю, но это имеет отношение хоть сколько-то это к тир-1 сцене, когда у тебя ребята стараются каких-то базовых ошибок не допускать. И у тебя, ну, сколько мы с тобой, да, получается, прокомментировали? 7, 6, 13, 18, 22, 25, 28 примерно серий. Да, примерно 28 серий мы откомментировали. И у нас с тобой только Дэнди в основном отличался. И один раз там обед, когда в Медусу у нас олфраг делался. Ну да, может, в остальном... Пару раз там Бобитыч это умирал. Бобитыч, да. Я про то, что у тебя не принято сейчас один в один как-то фидить и что-то не так делать. Все ребята в среднем понимают, что у нас есть вот руна слева, вот руна справа, у нас есть еще одна. И только если команда прям целенаправленно работает над тем, чтобы как-то прийти помочь эти руны законтролить, один из мидеров проседает, и то в среднем он уходит на базу, просто восстанавливается, либо где-то вот умирать, прилетает, ресторит ботл. И у тебя нет такого, что в центре ты пробит, как-то просажен, и тебя в связи с этим можно зачезить, там, убить за какие-то обилки. Вот, и поэтому моя аналитика строится в том, что они в среднем не будут ошибаться и не будут умирать one by one. Или один к одному. Один на одного и так далее. В противостояниях. А, здесь все может случиться в любую секунду. Я поэтому судорожно просто вожу мышкой с верхней линии на центр, потом вниз и обратно. Получается, на центр в два раза больше внимания уходит. Получается так. Ну, я так смотрю больше на хп-бары сверху. Тоже не хотелось бы пропустить First Blood на топе. Бладсикер привозит себе стики, поэтому без регена. Разгон от Краулера. И, кстати, он умер. Шесть, или нет? Ой, а что, Сатоши? Не в ту сторону направился. Но да, мы в спид можешь... безумные у Сикера. А, так он еще... Он еще и First Blood сделает. Ладно. Зато не пропустили. Вообще невозможно на 6 стаках выжить. Жмешь мув. Какой-то хоткей на цепь, ну, М, допустим, клавиш. Или ну, герой. По классике, он, да. Он просто за ним летит, и на шестаках единственное, где он может сикер за счет своей скорости бега выжить, если он по прямой бежит. Потому что если он будет делать за разворот, у тебя напал, turn rate замедляет довольно жестко, и вообще умер бы. Каржу я там. Ну, по итогу сделал ФБ, вот это то, о чем я только что говорил, что ну, да. В среднем... Народ не допускает ошибок в тир-1 сцене, таких вот дефолтных, базовых, а здесь могут, и вот оно случилось. Ну ладно, Бара такой герой, ему по кайфу, вот он уже прибежал, еще халявный телепорт, получается, получил. Ого. А босс? Спот, может еще вывести. Мы как-то играли с Ластом и Майлом там, и так далее, шоу-матч,
Эти бустеры и Кови, вот у него был чел, он закончил игру, по-моему, с 48 телепортов или типа того у него было. На фарме. Они, кстати, просто... они в Netwars не идут же, да? Потому что их продать нельзя. Ну, наверное, не идут. Ну, я так на... иначе это почти 5000, как бы. Я на Лондруиде недавно играл. Ага. И понял, что я не могу в медведя переложить телепорт. Потому что он у меня, типа, залочился. И я не могу себе курьером принести ходкеп, потому что он у меня вложится, я 2 не смогу передать. Когда типа подвозил курьера, через мув перекладывал из курьера в мишку, ты понял? Да-да-да. Ну, выбрался ситуация, это главное. Ну, конечно, 5 бандов в 25 у меня было. Найс! Nice. Я забил, и там вообще без шансов. Там 5 кхп, я просто бил людей, и они просто умирали. Так, усмотри, центр, помнишь, спринлокер, что я вырос, там 21 на 10. Уснул, и пробитый инвокер, и снова ловит Псиблейд. Не ловит второй, но крип стоит, еще можно пару ударов нанести. Есть удар, не попадает в третьем. Инвокер живет эту пачку. Но ему явно не по кайфу здесь стоять, уже урна есть, еще хочет ее зарядить. Как же больно. Успевает крипа добить, это, кстати, важно, но вот этого не успевает, получает опять кучу дэмэджа. Blast Kid страдает, еще вот эта урна. Ну, что она дает у нас? Мана реген, по сути. Два армора, окей, здесь. Уп, да что ж, Сноу за батина. Тяжело играть. Если... Ай-яй-яй, о! Вот она. Это то, чего не может быть никогда, но я попал в этот момент, я его увидел. Да, я не уводил. Когда комментируешь игру, ты вот сидишь и... Ну, вот все такое. Посмотрел момент, он выжил там на прошлой пачке, значит, на следующий он... Не подставится, сделал выводы. Подставился, выводы не сделал, умер. Соло для темпларки. И сверху тоже нападение на сикер. Давай смотреть, попытка номер 2. Напалм уже помощнее по уровню. Да. И в этот раз справился, баш вылетел. Вот, брат Рума. Ну, баш зарешал. Ну, я Рэдс не пошел гонять краулера. Сегодня, кстати, нам это админы подкинули новую загадку. Я ее разгадал вообще изи с нулевой. Так. Тут Пешкафель — это кто? Что кто? Пешкафель. Шкафель? Да. Ишкафель. В смысле, кто? Это типа личность или что? Я не... Ну, это имя героя с первой доты. А-а-а, я сейчас только понял, о чем ты. Не вспомнил? Не. The Dark Seer. The Dark Seer? Да. Прикольно. Ну, Dark Seer, я помню, это же Дриней вроде, да? Да. Первой доте. И Гондор. Дриней, ну, да, Акама. Да. У них же там было несколько, он такой синенький. Так, сверхнападение. На топе опять, да. В этот раз был рядом, бар далеко еще не прибежал. Ну, можно руйку бить. И какая разница? Вообще изи. Там 20 стиков, надо их нажимать. Пока что... Потоши. Ну, просто... Аккуратно. Просто подшумели, да. Не стали ничего пытаться как-то чезить супер далеко. И меньше 1000 перевеса у нас с тобой. Вот я смотрю на Netwars и темпларк с нукером. 1200 разницы. Это серьезно. Но и у ДП... Точнее, не у ДП, у Битрайдера. Отставание от Фуриона небольшое есть. ДП от Сикера, поэтому у нас небольшой паритет по деньгам, и поэтому меньше 1000. Ну и белочка вырвалась на 4 сотки. Интересно, где она столько получила? За Трента? Фраг, да, фраг. Она, да, убила. Да, плюс 6 крипов имеет. К тому же, наверное, на расходники меньше тратится. На этой линии... Ну, у белки вообще нет расходников. То есть у нее стики и кларетка, все. Больше расходников нет, скорее всего, не приходилось их тратить. И на 8-ю минуту подтягиваются у нас саппорты на центр. Была инфа по спиритбрейкеру, но вот теперь его видят, там. Да. Ультсикер, если что, проюзан. На топе, да. Через перетяжку инвокера забирают Сатоши. Но при этом Мунлайт на центре подставляется. Пассивку он, ну, неважно, прокачает или нет, он здесь... Погибнет. Руну иллюзий, да, забрал, так понимаю. Ну да, ну да.
А вы можете забрать бонус 100% на первый депозит, если перейдете по баннеру по трансляции на BetBoom и зарегистрируетесь по промокоду DPC. Ну что-то соляры заливает пока что Сноу. Он, по-моему, самый хайранг в этом матче. Я правильно помню. А вот Сатоши снова на топе погибает. Тренд Протектор на боте тоже может погибнуть. Подсвечивает его теперь. Пассивка Сикера, но стики. Да и Профету подцепить особо нечем. Разгон. А Скайварда пытка так улететь. Сбить нечем. Он улетает на базу. Значит, хорошая новость. Я только что смог подтвердить учетную запись на Твиче. Вау. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Это было не очень просто. В смысле, ты именно подтвердил или тебе просто модерку дали? Нет, мне ее краски не дали, хотя обещали. Я пошел поэтому попробовал еще раз, и я смог. А я тебе говорил, я тоже раза с 10-го у меня получилось. Я просто вчера этот вопрос еще поднимал, и, короче говоря, советовали переставить аутентификатор, если он не сработает, передвинуть время на часах там, на 5 минут в любую сторону, чтобы оно не совпадало. И тогда можно запросить типа смс, и по смс-ке оно плюс-минус чаще срабатывает. А, ну я вот именно по смс-ке и верстал. Ну, ее просто по дефолту не дают обычно. Курьерами еще разменялись ребята. Так, и снизу, да, сейчас будет нападение на ДП. У него как будто бы три сифона. И он, наверное, шестасикс. Ничего себе. Он их, наверное, не убьет, но живет. И вот Бетрайдер на помощи съедает Фуриона. А инвокер уходит вниз, на него, наверное, ничего нет с собой. А его подсвечивают. Ну, и ты его светишь, дальше. Но не можешь бить, по идее, в такую вот. В такую подсветку. Вот трек Bounty Hunter, это бы работало. Секировская пассивка бы работала. Братрунский разбег, он, по идее, просто говорит, ну, он там. Но бить нельзя. Белка, смотри, приходит в центр, ловит слоу, привязывает. Если еще трапа, не побежит, не побежит, не побежал. Все. 40 хп не дотикало с трапа белка, живет. Но вышка, наверное, не за дефа теперь. А как ее задать? Ты посмотри, сколько дэмэджа у Сноу. У него Dragonlance, ПТ, Лайтстоун и всего 4 сотки до Митрилхаммера еще. Он мог, кстати, взорвать сейчас травку. А белка подставилась, да? Да-да-да, и он бы ее добил на 250 урона. Не обратил внимания, может. Ну, в лесочек поставил, он просто, он когда наступил вышку, он именно сделал мою стрей вправо и подсветил ее. Нет, всего вижу начекал. И не стал взрывать. То есть она не встала в трапы, но была в ерунже. Ну да и ладно, на самом деле, то есть какая разница. Вышку сломал, по нетворсу улетело снова в небеса какие-то. Если пока их проблема, это то, что Сикер тоже деньги имеет. Ларк сейчас много состаков зарабатывает. Там ей кто-то надел, может сама надела, я не чекал. По итогу, да, плюс 700 голды зарабатывает, и от Сикера снова отрывается, но рука в руку, Сикер, по идее, там Ларк-то ест. И это сколько-то проблема, потому что тебе надо, значит, на Сикера все силы потратить. У нас с тобой, кстати, снова, да, вот эта игра. Где по факту героя? Мешает то только один персонаж, да, но вот он крайне сильно уже мешает, он бьет сейчас и второго. Там. Еще и тренд здесь был. Он лайт в результате забирает. Три фрага на топе оформляет и Тёнити, и он снова догоняет Темпларку. Вот, и рука в руку, очевидно, что Темпларка плохо воюет с Сикером, у которого много армора, у которого быстрая скорость атаки, который берет шардбашер и садится на тебя. И вот, ну, нужно, чтобы Бэтрайдер что-то нажимал, Сибара что-то нажимал, ДП что-то нажимал. А вот сейчас, видишь, Белка снова встречается с Темпларкой. Тычка есть, да? Минус, да. Лассо от Сатоши ворует, что Арец. Он, кстати, тоже лассо сорвал, тут еще Бургроу от ИС. И Аретас тоже погибнет. И ответный минус 3. От ПС. Ларка снова. Да, плюс 500 имеет. Плюс 700. Вышка, наверное, сидят сверху. И Фура должен же идти сильно душить вышку снизу. К нему, по идее, вот если я правильно понимаю, да, прилетел только что Вичблейд. Интересный, кстати, выбор для Фуриона. Да, я хотел тебя как раз спросить, что думаешь. Но у него хороший прирост НТ. Но тем не менее. Нет, шмотка хорошая. Просто сидишь, думаешь про шард, про ганим, про какой-нибудь там арчи, тродофат, про много слотов, каждый из которых тебе выдает еще какую-то активку, зачастую, которая очень полезная. А здесь как будто вот я смотрю на Witchblade, и он как будто бы не очень полезный.
А вот теперь молнии. Интересно. Ну, я ожидал вот именно первым слотом молнии. Мне знаешь, какой вопрос возник? Давай-ка. Смотри, вот Фурион Шардон наносит урон. А ты знаешь, какая периодичность нанесения этого урона? Там не написано, да? Да, я не нашел, по крайней мере. Просто, допустим, пульс, у него рот тикает 4 раза в секунду. То есть чем он хорош против темпларки? Он нажал рот 2 секунды, у тебя не важно, сколько зарядов, они просто кончились. Вот, а что если шард у тебя тоже? Вот, закрыл спруты, нажал шард, и будет ли снимать факшн? Или там initial damage какой-то залетает? Нет, там же написано урон в секунду за дерево. Там же прям на да, самом да, этом. Да, 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 смотри, написано. А, сейчас, ты сейчас имеешь в виду именно сколько тиков в секунду, да? Да, 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 потому что у Джа тоже написано в секунду да, 100. Да, да. Это на самом деле 4 раза по 25. Так, на белку да, нападение. Так там вообще на Рошане драка. Там белочка, да, конечно, играть, здорово. В результате снова на халяву забирает. То есть вся команда Этюнити была рядом, но отдали Аегис. Хотя бы Иси забрали. Да, батя и на Сони стали, да, заходить проверять. Тогда он сейчас сам может выйти и убьет их. Пульты цикера нет, и тебе больше ничего не страшно. Ну да. Ты понял вопрос в какой-то времени, вот, и я да, не нашел да, ответа. Но да, а вдруг ответ, это да, реально работает? То есть это очень прикольная тема будет. Ты закрыл, нажал, стаки снял. Ну, рефракшена, защитные. Как будто бы может быть имбой, если это так. Ну, непонятно. То есть, а может быть, один раз она работает? Ой, забежал краулер. Ой, со спушой через пенечку в темпларку очень жестко стукнул разок. И да, задинаю вышку, поэтому краулер, конечно, умер. Но как будто бы получилось выгодно. Получилось неплохо, да. Потому что динай тавр очень много денег забирает у противника. Ну, тир один не так много, но все равно. Ну, за каждую вышку, за каждый барак, все приятно. Грифсы у нас готовы в ДП. Как будто бы Аегис, как будто бы грифсы. Как будто может быть изоляторы БКБ еще имеется. Может быть, битрайдер БКБ, да, ну, жестко. Да, то есть они вообще заряжены сейчас. Я про то, что может быть время просто идти там Т2 какой-то, прям вот, ну, звучит напрягать. Кайпово, на топе, на Скайварде нападение, и он отсюда не уйдет. Вичблейд не спасает в такой ситуации. Очевидно, и видит телепорт, смотри, не отменит, что ли? Один отменил, второй отменил, второй окей. Тоже. И теперь ты знаешь, что у них нет телепорта, идешь пить Т2 в топе, ожидая где-то вот, ну, ох, вот в промежутке между Т2 центр и Т2 вверх. Mm-hmm. Вот они, если они пойдут снизу куда-то на деф-вышку сверху, то они пройдут там, и ты их там ждешь. И пока темпарк ломает вышку. Потому что телепорты, ты видишь, что они 3 сделали. И их не будет здесь. Они их потом. Да халява, халява. Т2 на 16-й. Забираем аванпост. Прямо сейчас. Угу. Mm-hmm. Ну и все, то есть. И с Аегисом можно на самом деле было пойти на Т3 куда-нибудь. Там, если что, все, в плане очень тяжело теперь будет выиграть ребятам. Справа. Это да, но. Про кое-что ты забыл, вот про бонус. А, про бонус. Конечно. Жестко. Так он вот же, наверное, что? По промокоду DPC, правильно? Да все верно так-то. И надо, наверное, нажать на баннер по трансляции и да по промокоду да, этому получить бонус 100% на первый депозит. Это оно? Оно, это оно. Это оно. Наконец-то это оно. Наконец-то это оно. Ну и снова вместе. Блинк у него еще появляется. Супер богатая темпларка. Вроде 1000 разница с сикером, но у темпларки слоты, которые сильно ее бустят на текущий момент. А, кстати, а еще же теперь бушвак. Она же наносит периодический дэмэдж. Он тоже там снимает быстро рефракшн. По идее, да. Там, ну, я видел, что рефракшн сразу сняло. Возможно, там не фуловый был, но один бушвак снял рефракшн. Сколько там сейчас? 6 эффектов. Ну, с талантом будет больше, конечно. Ломается Т2 на центре, прожимается также экзорцизм. И вот подцепили, слышу. Нет, краулер белку вбежал, но это не так важно, потому что тут погибает Рубик и... Скорее всего, погибает и Т2 башню. Команда Этюнити. Пока что легкая. Ну, сопротивления не встречают абсолютно. Надо клуб скипать очень жестко начинать. Надо, чтобы Фурион прямо далеко летал. Вызвал пеньков, как-то улетал, не подставлялся под Буратрум, под Битрайдера. Им очень надо вот минут 10 еще потянуть. Пока Сикер добирает свои слоты, а он еще, видишь, манту купил.
мой стор купил, линку хочет делать. Еще 5 минут докидать, и минут 15 сикер еще фармить, чтобы он эту игру попытался выиграть. А темпар как будто бы прямо сейчас пойдет, и еще низ съест Т1, Т2 и совсем по карте будет зажимать. А то ребята вместо, вместо фарма сейчас смыкануться, фура долетит, я думаю. Он здесь и рядом, так-то, но долетит. Телепортейшн у него через 2 секунды. Молнии, Вичблейд, ПТ. Бетрайдер далеко, Бетрайдер, БКБ, кулдаун. Может быть, это послужило причиной того, что они решили смайки напасть. Возможно, а вот находят краулера, но ставится вар, теперь вся информация есть. И вот снова начинает доваливать. Нителькинези его подняли, дерется с Карджуа. И об кого Раптуру? Раптуру в рабише. И закрывает его спруты. Скайвард просто наваливает. Шарда у него все еще нет, Санстрайк залетает. А вот те самые сифончики, которые позволяют жить. Сноу справляется с Скайвардом, забирает Мунлайта и переключаются на Блэст Гида. Минус 3, суммарно оформляют. А Егер закончился. Разгончик Карджуа. Это Тим Вайп. И пока что Кингин Сквад. Ну, я не понял этого смока, честно. Я примерно понял. У тебя, смотри, ульт ДП в кулдауне. Бетрайдера БКБ в кулдауне, и ты это тоже знаешь. И у тебя Эгги заканчивается, и ты знаешь тайминги. И вот они выходили в момент, в который ты мог напасть, убить пару человек, и в дизейбле в каком-то стимбарку без БКБ продержать до падения Эгги, если добить ее. То есть если это очень крутой мув, если бы у них получилось. Просто у них не получилось. Но идея на самом деле не такая плохая по итогу оказалась. Потому что тайминги хорошие, и... Это был их пик силы в плане того, что у них все ультимейты были, а противника, наоборот, вот был пик слабости. Если можно слабость называть пиком. Впадина слабость. Я уверен, что есть какие-нибудь сейчас ишки, которые там какие-нибудь карты генерируют. И там вот могут быть, ну и там для игр точно такое используется, там, да, рандомная генерация. Вот это критуля залетает сикера. Нападение на Ареца от краулера, но, по-моему... Он снова погибнет. Главное подсветил. Сатоши без БКБшки, еще под Раптурой, погибает. Минус Сатоши. Стрик, кстати, из 8 убийств. Насыпал за него нормально. Также и краулер погибает. Шутер залетает в Виси, но дэмэдж он не ощущает. В результате размен выгодный для Этернити. 1250 они заработали. Ты посмотри, как мало у инвокера. Я вообще не обращал внимания на Нетворс. Ты... Взял его и поставил в темпларку. У тебя не может быть много инвокера, по идее. Ну да, и айтембилд у него Vessel, барабаны. Да, Восвет. И здесь гипотетически супер крутой инвокер против средней темпларки, играющий из экзорч с форжами, возможно, как-то бы мог. Это руны бы как-то проконтролировал форжами, который бы что-то делал там. Который в случае какого-то нападения мог бы откинуть стенку, в случае не нападения, ставил бил крипов и хотя бы ровно их бил. То есть у него сколько было бы, темпарки, сколько-то было бы. Здесь по итогу без урона, без ничего, очевидно, что он простоит. Плюс он еще у нас, вот ты видел, как, какой фраг смешной случился. Вот надо было, чтобы этот фраг не случился, с тобой нокер тоже, возможно, ситуация была бы чуть получше. Ну, потом, если разгонится, будет все равно очень полезно. Просто, опять же, ему надо 15 минут, сикеру надо 15 минут. Судя по всему, Фуриону надо 15 минут с его планами. О, да. А играть им осталось до БКБ на темплар, который она все-таки после Даус решила собирать. Тысяча у нее уже есть, осталось 2000, и она... 3000. И она закончит игру. 3.50. Там как раз и Рошан второй появится. Чем смог потенциально под Рошана, хотят сделать минусы прямо сейчас. Mm-hmm. Но буду драться на вражеском вижене, это тоже стоит учитывать. Разгон. Блестки, да? Трапы замедлили, запрыгивает снова. Уху! Ладно. И Рубика можно замедлить. Рубика можно. Он трапы ворует, но еще один мелт, еще одна тысяча. Хороша на минута 20. Трапы потерял, снизу разбег на белочку. Но там еще сикер рядом, как неудобно. Так, ну сикера-то можно забрать, лассо. Лассо, ну очевидно же, какой уже настоящий. Рабишу более, конечно, под Раптурой, но сдувает Сноу тут как тут. У него... Деньги он штампует просто. Купил Митрил Хаммер, и у него еще сверху 750. Ну, да, это жестко. Такого ответа ты ждешь. Ну, типа. Дэмэджа много. Вот эти криты залетают у него с мелда. Темп, тайминги. Да? Это не так больно, если мы рассматриваем там 60-ю минуту. Но на 23-й это очевидно очень больно.
Это чем, кстати, чем это чем хорош Фурион или чем хороша Алина? Потому что это, или там ТБ какой-то, Урса. Потому что на 20-й минуте ты реально вот можешь иметь настолько много относительно саппортов, которые не могли себе позволить фармить крипов, отбирать их у коров, что у них просто нет ничего, чтобы вышить типа, твоими тычками. Да. Если ты до них дошел, ты их убиваешь. Тампларка, она прям очень круто это делает, причем, видишь, не стесняется, знает, куда ставить трапы и... Все проходы, вот это часто падение случилось, что где-то в родном месте стоит трап, который там вардом не получилось снять, да. На Рошане обязательно трапы стоит, на Руне обязательно трапы стоит. То есть у него очень много маб-контроля появляется вот из всего этого дела. Рецептный пока бы тоже уже купил. И 500 голды осталось до покупки БКБ. Рошан встает. Трапы дополнительные, все в рушпит пошли сразу. Ух. А что Дота, кстати, говорит нам? Дота 85 на 15. Но... Знаешь, это, когда это... мы рассуждали? Те 15 минут она дает, которые вдруг ну они вот, сейчас дофармят. Да. Да, так вот, когда мы рассуждали, там разница между Сикером и Темпларкой была там 600-700 голды, и сейчас, когда разница 5 с лишним тысяч, то есть это целый Деидалус лишний у Темпларки. И БКБ уже летит. Ну вот все, если они сейчас отдают Аегис, то Темпларку будет не остановить просто. Так, Лайт подвязал двоих, хорошо, заряжает шарпшутер, влетает он в рабиша. Ну что же Изи-то делает по четверым, овергроу, залетает Сатоши, БКБшки. Они просто один за одним, вот как можно так было стать против Темпларки? Слушай, минус я очень 4. Хочу, чтобы в этом дивизионе у нас с ними появлялась каждую игру. Да, и Нигма тут кайфово зайдет. Карджио тоже погибает. Тимвайп, ультракилл, сноу. И белка еще выкупается. Белка выкупается, еще минус бабки. Ну, они не выиграли все 15 минут вообще ни разу. Причем у них на самом-то деле было чем базу дефать, было чем крипов убивать. Особенно если где-то подловить Трента и Рубиком сорвать для Винкарморта. Вообще бы очень много времени выиграл. Да. И можно было бы... Там Барра, конечно, неприятно, что бегал бы. Битрайдер неприятно, что летал. Но это переживаемо, если ты сидишь на том же Фурионе, телепорт туда, телепорт сюда, что-то из лесочка, Сикер где-то там леса добивает. Все же нужно поставить там 3-4 сентриварда, чтобы в базовых местах возможного нахождения Сикера сломать трапы на случай их появления. Это все звучит, ну, опять же, ну, вообще не сложно. Это то, что делают ребята там на 4-5 тысяч ММР, я уверен, тоже жмут, тоже делают. Ну да. Вот. Я недавно смотрел игру. Бара, короче, бежал на фурионе. Да, да, я смотрю этот момент тоже. Не стал отменять, попал в белку, да, смешно получилось. Вот, с Буржуан играл, смотрел игру, там, ну, 4,5 где-то по ММР. Там челы, понимая, что захватили доминацию, прошли завар для весь лес противнику, в плане заблокировали споты. То есть там вообще такая-то лютая жесть происходила. Сели, дофармили нужные слоты, забрали Рошана. Я как будто про игру посмотрел 4500. У ребят. Мои ребятки. Так, поэтому как будто бы иногда Карджу возникает... на топе разгон. Здесь Сатоши рядышком прыгает. Лассо. Дэмэд. А чё так больно? У него тоже трапы. У него тоже ВИЧ бывает, и это трапы. Вот, в том месте, если тебе должен появляться и фармить, у тебя должны стоять центри, чтобы этих трап там не было. Если там не стоят твои сендри, ты туда не идешь. Он пошел, он ошибся, бая нет. И темпларка будет подниматься. У нее 3 минуты до конца Эгиса и запасной еще. 3 секунды. Смотри, просто ее закуп на 27 минуте. Да, у нее да, еще да. Оп, запрыгивает 3 с 3 тысяч, Рубик на самом деле погибнет. Сноу, но может быстро при этом потерять. А Эгис, а выбей-то его, пожалуйста, да, выбивают. Пику перекладывает, ПКБшка еще есть в наличии. В это время экзорцизм грызет тир 3 тавр. Сноу на форсике выходит. Галиев. Ну, как будто бы не самая хорошая реализация. Ну, вообще... Рубик, возможно, вообще не самая хорошая цель, это 100%. Ну, он рассчитывал, что будет так всегда, что он... Типа, знаешь, он в прошлой драке запрыгнул, 2 раза криты по 1000 вылетели. Было так, кайф. Да, если вы сейчас вылетите, противник просто уже не стоял в одной точке. А это там да. У него был тренд, который всех задержал и не дал двигаться. И все, а Алекс теперь нет, уже не хочется идти. На самом деле, ты можешь 15 минут сэкономить себе, если убьешь на Пларку 2-3 раза. Вообще изи, да. Ну и Сноу сейчас без
Аегиса. Стоит при этом довольно опасно. Да, недалеко тренд, но все, он уходит. Я думаю, шансы... Хоть и пишет дота сейчас 3% на Этернити, мне кажется, что шансов больше стало. Что ж ты в телеге-то анонсы не делаешь, Митя? Да, вот я пошел писать. Ну все. Мы в чатике тебя теперь будем видеть, правильно? Угу. Да, на базе зажаты сейчас Тёнити. Кто у нас внизу там? Скайвард. БКБшкой хочет Кирасу собрать. Но против Темпларки всегда хочется Кирасу. Но это вообще не спасет. Сколько там мейл дает? Снижение брони 11. Низоль нам дает 6. О, нашли Сатоши. БКБ получает Раптуру, Лассо и Сикер. Было близко. Чё за дэмэдж? Да, было близко, но Сноу нажимает БКБ, а оказывается, что в БКБшке он жесткий. Вот БКБ заканчивается, его пытаются проконтролить, там параллельно где-то Мунлайт погибает, Блэст Кит уже на своем хайграунде. И вот эти рандомные трапы. Кайвард, бам! У него два сейчас подряд он... 5000. Не, так самое смешное, что он умер с первого удара, на второй тоже. На второй тоже, да. Как крит. Бай есть только у Брёны. 60 голды не хватает сикером. До байбека. Есть баунти руны, и баунти рун на карте нет. Да и кто их пойдет? Инвокер? Брён, кстати, тоже мог бы игру выиграть, если бы терпел до 20 уровня и взял миссы в спрутах. Да. Это тоже а жестко. Парк вообще бы не хотел с ним что-то делать после этого. Но опять же, они просто заканчивали игру до этого всего. Отойти придется. Все-таки уже сейчас рестница Фурион. Или нет? О, будут забирать. Смотри-ка. Ну, вообще, экзорцизм есть. Лотус тоже имеется у Рабиша. 26 тысяч перевеса, как будто бы они могут 27. Себя позволить. Да, вполне, вполне. Че бы нет. А, там еще Enchanted Quiver у Темплара. Ну, классика, классика. У него да игру Боу, же... понимаешь, и Enchanted Quiver. Да, это жестко. Я мог бы зарофлить и сказать, что ему не хватает еще баллиста. Да, дайте еще баллисту, реально. Жаль, что ее дарили. Ну. Но есть нападение была, да. На краулера. Блэст, ну, снова попадает в Overgrow. По троим. Точнее, изи попадает в Overgrow по троим. Снова Скайварда пытается пробить. Отлично, краулер работает своим ультимейтом. Карджо, вот тебе и сикер, который должен... перебивать темпларку, он просто бегает, он не может ничего сделать, да к ней но уже не подойти просто. Ты не успеешь до нее подойти. Она в 20 раза больше инфорса имеет, чем А, он. Да. ГГ пишут, ребята, из Eternity. Я вам напоминаю про бонус 100% на первый депозит для всех новых пользователей. Кликай на баннер под трансляцией и регистрируйся по промокоду DPC. Слушай, быстренько ребята-то из Penguin Squad. Когда и предикт сработал. Они попадали хорошо и сыграли еще лучше. Можно сказать, что были проблемки небольшие у Сатоши с Кравлером наверху. Первый вот этот залет, да, на Сикер, например, когда Сикер ФБ забрал. Они потом не проворонили ТП Инвокера, забрали еще двоих. Они пришел к ним, Тренд умерли втроем. То есть, а представь, если бы они еще вот этого не сделали. Насколько они жестко бы размотали. Потому что так они хотя бы какой-то шанс дали. То есть у Сикера появилось даже два слота. Это много. Но снова 20-0, 11, 33 тысячи урон успел накидать. Кстати, ему бы вот на 1000 меньше нанести, было бы хайпово. Я тебя понял. Что, в целом все понятно, да, по этой карте? Уйдем на перерывчик с тобой тогда. Как? Получается, что да, но мы можем еще обсудить общую, значит, информацию какую-то дать. Это мы стартанули, все всем поздоровались, сказали, что всем привет. Это у нас с тобой второй дивизион, и на этом все. А так-то 8 слотов, что первый, второй перейдет в первый дивизион. То есть 7-8, по идее, вылетит. Вообще вылетит, да. Да, что у нас какие-то призовые разыгрываются от 17 до 7 тысяч. О, еще и призовые, блин. Да, действительно, так и есть. Ну, самое главное, за что команды борются, это все-таки путевка в первый дивизион. Чтобы в следующем туре попробовать поехать на мажор. Насколько это реалистично
мы посмотрим по ходу этого тура. Ну, пока что Penguin Squad первого соперника как будто 2-0 должны закрывать. Да, то и надо они... понимать, что это встреча между теми ребятами, которые были во втором дивизионе и остались во втором дивизионе, и не прошли дальше, и не вылетели. У нас такие же ребята, это Док Чамп и Эназар Натим. Ну, не совсем, наверное, потому что играют под чужим слотом, но не суть важна. Вот, а с первого дивизиона упали Фелд и Закат, а с отборочных прошли, да, Си Даб и Спортс, не знаю, анимешники, не анимешники, то есть почему такое название, и Фарт Студиос. Все верно. Я эти тоже Open Qual комментировал, так что я с Америкой. Вот с этими командами, честно, уже плохо помню. Это ты, наверное, сможешь и нам чего-то интересного рассказать. Это было в декабре. Это было уже давно. Не так давно, на самом деле. Ну, пока что у меня в голове еще первый дивизион. Был недавно на квизе по доте. Могу типа быстро задать пару вопросов. Ну, знаешь, типа сидели друзьяшки такие, типа, госходим. Ну, госходим, почему нет? Время было, там 8 вечера старт. Назови победный пик спирита, ой, этих тундры в последней карте. На Инте? Да. Под матом точно была. Вот я так же сказал. Медуза была. В какой-то момент времени. Ну, Медуза, они же рофлили еще. Или Медуза не в последней карте была? Медуза, по-моему, в последней была. Потому что они рофлили, что с кейса выпал сет на Медузу. И он решил взять Медузу. Блин, сложно. Ну, я не вспомню. Не, больше не вспомню героев. А кто там? Ты помнишь? Слушай, я очевидно не ответил. Но я сидел, знаешь, башкой думал. Так, ну, Стейкинг, типа, Патмас, Скитер, Накс, Сирена. Даже что-то перечислял. По итогу вообще бы даже не близко было. Ну, мне кажется, Медуза была. Я просто помню же этот мем с Медузой. Сейчас я просто уже открываю. О, давай, я уже пошел тоже. Тинь, Медуза, Патма, Пангольер, Праймал Бис... Не Праймал Бис, это Бисмастер. Угу. У меня просто в башке... Это у секретов, кстати, секундочку. Оказывается, вдруг что-то драфт секрет. У Тундры была... Не, все правильно. Короче, неправильно показывалось, но все правильно назвал. Спатма, Медуза... Бестмастер, да, я просто помню какую-то игру тоже с финала, где я 33-й на этом играл. На Тейдхантере. Вот это была жесткая карта. О, вообще кайф. Когда... Да, он уже там собрал себе и Пайп, и Мэйдж Слейер у него был, да? Да, да, там было все. Это прикольно. Куча вопросов от простых и сложных. Допустим, там, вот, фейзы дают тебе что-то, а что дают они рейнджам? То есть что меняется, знаешь, там, лайтовые были. Что-то по лору было. Что-то было по механикам, что-то было по названиям, по памяти. Самый-самый мой любимый раунд был это назвать, тебе показывают героя, его обилки, как они выглядят в первой доте, назвать, как его зовут во второй. Я очевидно при фаером отвечал. Тут я ответил все вообще, на все попал. А я вот не знаю, кстати, на все бы я ответил или нет. В целом, я много в первую доту играл, но все же. По лору почти все ответил, натупил только с Разором. Подумал, что это Некрофос, а там оказалось, что Разор, потому что там в лабиринтах там все дела стегает плеткой. Я такой, ну кто это еще может быть? Кто там в мире мертвых может кого-то там стегать и так далее? А по итогу это реально был Разор с плеткой. Ну, он же с плеточкой у нас ходит. Ну, Некрофос. Некрофос все-таки с косой, понимаешь? Да, да, да. Ну, я там легко знаешь... сейчас рассуждать, когда ты мне сейчас, ответ назвал. Сейчас легко, да. Так, да. Там были вопросы и простые, и были очень сложные, и прикольные, и неприкольные. Но вот я просто за свою жизнь много где поучаствовал во всяких разных опросниках, там от того же, там на Эпицентре проводил, Финаргот, например, были хорошие, были недавно, там, когда Шнурхаби работал, у них вопросы в среднем плохие. То есть там кого-то человека нанимали, который просто писал, и там... Я тебе под бестрим потом скажу один, финальный. Ты просто офигеешь с того, насколько кринжово это может быть. Вот и тут примерно ноль вопросов вызывали какие-то там... Вопросы неточности и так далее.
А еще, знаешь, что я затупил? Вот если у тебя земляную панду убили, в какую панду он сложится следующую? А, та, которой ты управляешь, нет? Нет. У него приоритет есть. А, есть приоритет? Да-да-да. То есть в какую-то он складывается. Последний, если все остальные мертвы. Воздушную? Нет. Или да. Я забыл опять. Я опять забыл. Ну, по-моему, воздушную, поэтому все сразу в инвиз и убегают, типа, воздушную. Ну, просто, знаешь, это забылось из-за того, что Аганим у него предыдущий позволял вообще в любую панду складываться. Выбрать, да-да-да, я очевидно. И поэтому я забылось. Даже не парюсь. Да. Так, ладно, это все здорово, пойдем тогда. Погнали, да, на перерыв, надо в лобби уже залетать. Все, друзья, далеко не разбегайтесь, совсем скоро мы вернемся на вторую карту, так что не переключайтесь.